Радий представити гостя нашої студії, бджоляра Максима Евлампьева. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Итак, мы продолжаем тему пыльцы. В прошлый раз говорили о том, что, как, к чему, как вырабатывается, как, соответственно, можно ее получить, где ее получить и как отобрать у пчел. Сегодня же предлагаю поговорить о том, о ее пользе, скажем так, кому и в каких случаях стоит ее употреблять. Ну, прежде всего, должен сказать, что благодаря своему уникальному составу пыльца применима в очень широком спектре случаев. То есть, начиная даже просто от повышения иммунитета, вот особенно сейчас, вот осенний период, когда вирусы так вот и бродят, и хотят завладеть нашим организмом, то повысить иммунитет при помощи пыльцы довольно легко, просто принимая ее по утрам. Ну, как уже говорилось, 1-2 чайные ложки до еды, рассасывая, чтобы все полезное. И потом еще хотя бы полчаса не пить. Да, еще хотя бы полчаса не пить. Вот. Но это как бы самое распространенное применение. А так пыльца рекомендуется детям, опять же, с 3 лет. Для стимулировки того же иммунитета, для развития роста, вот, для улучшения аппетита, если есть проблема с аппетитом у ребенка. Рекомендуется, опять же, спортсменам. Вот большие физические нагрузки, которые на организм влияют негативно, пыльца помогает с ними справиться. Опять же, это естественный природный белок, который тоже необходим при построении мышц, для костей, да и вообще для организма. То есть, друзья, не надо в залах покупать, все это очень дорогое, можно еще пыльцу это все. Да, у меня специально некоторые спортсмены, которые особенно тяжелоатлеты, то есть бодибилдеры, берут пыльцу, чтобы заменить какие-то химические препараты. Да. Круто. Вот. И еще очень полезно людям пожилого возраста. Поскольку организм уже не может вырабатывать некоторые необходимые аминокислоты, там, ферменты, то в пыльце это все есть. И, опять же, большое количество энергии, которой тоже не хватает зачастую в пожилом возрасте. Вот так. Если говорим о различных заболеваниях, в каких именно случаях стоит употреблять эту пыльцу, и она поможет, скажем так? Опять же, спектр действия настолько широк. Запомнить все я просто не в состоянии. Но вот из таких вот насущных пыльца хорошо помогает от гипертонии. То есть даже при помощи этого продукта смесь с медом 1:1 обычно делается. И вот по 1-2 чайные ложки 3 раза в день употребляя в течение месяца полутора, можно нормализовать давление. Это одно из самых распространенных. Вот. Кроме всего прочего, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, и даже используется как маска для волос, для придания блеска, шелковистости от выпадения и от образования перхоти. Так, сразу заказываю 3 пачки. Это нужно будет. И у нас сегодня, кроме еще пыльцы, есть еще один продукт, скажем так, выработки. Еще один продукт, да. Что это такое у нас? Это перга, она же пчелиный хлеб, как называется. Это производный продукт пыльцы. Дело в том, что пчелы сами по себе не питаются пыльцой. Им нужно перед тем, как ее использовать. То есть я понял, мы не только пыльцу отбираем у пчел, но еще и, скажем так, хлеб их. Да. Я вообще должен сказать, что мы отбираем у них практически все. Вот. Получается, эту вот пыльцу, эти вот мелкие гранулы, они заносят в улик и складывают в сот, в ячейку. Причем в каждую ячеечку влазит штук до 18 вот таких вот пыльчинок. А в каждой вот такой вот гранулке пыльцы где-то 100 тысяч самих пыльчинок, вот, которые на цветочке. То есть насколько оно все мелкое и насколько у пчел кропотливая работа. Вот. Они постепенно складывают в ячейку пыльцу, перемачивая медом, выделениями своих желез, потом сверху заливают медом, и начинается процесс молочно-кислого брожения в этой ячеечке. И за некоторый период, благодаря всем этим вот процессам, из пыльцы получается вот такой вот продукт, перга называется. Вот. Как его употреблять правильно? Потому что я сейчас смотрю и в легком недоумении, потому что для меня 2 продукта новых появилось за 2 недели. Это пыльца, теперь еще один продукт. Дело в том, что перга намного более насыщена и в некоторых случаях эффективнее, чем пыльца.
Употреблять ее следует в меньших количествах. Вот, в принципе, для того же иммунитета, да и для многих лечения болезней, достаточно 2 грамма в сутки. Если говорить по вот таким гранулкам, потому что оно в виде гранулок все-таки, то сколько этих гранулок нужно в день? Примерно пол чайной ложечки. Примерно так. Они, я смотрю, разного цвета есть. Желтый, коричневый, даже черноватый. Да. От чего это зависит? От того, какую пыльцу пчелы положили в ячейку. То есть даже слои могут быть разные. Смотрю, да, один слой вот желтый, потом оранжевый, потом ярко-желтый. Да, даже можно увидеть именно, как оно слоями. Перга, в принципе, очень богата по составу. Все перечислять смысла нет. Для чего она используется в первую очередь? Значит, в первую очередь это вот рекомендуется для восстановления после болезней. Когда у вас организм прибит антибиотиками, ослаблен лечением, это вот замечательное средство. Дело в том, что присутствующие вот молочнокислые те же бактерии в совместительстве со всем, что в пыльце и так содержится, положительно влияет на восстановление микрофлоры кишечника. То есть это вот такой основной вот момент, когда ее рекомендуют. Также благотворно влияет на процесс кроветворения. То есть если у человека проблемы с гемоглобином, это тоже очень хорошее средство. Для беременных при... То есть можно употреблять, если девушка в положении, то, соответственно, можно... Да, и пыльцу, и пергу это хуже не будет, если, конечно, нет аллергии. То есть, опять же, в любом случае это продукт аллергенный, то есть нужно проверять свою личную реакцию. А если говорим, да, о покупке, выборе и хранении, если пыльцу мы говорили о том, что ее очень хорошо хранить все-таки в смешивании, скажем так, с медом один к одному и закрывать и хранить, да, можно дольше, то как здесь быть тоже с медом? Получается, перга, она уже с медом смешана еще пчелами. То есть это готовый продукт хранить, в принципе, в закрытой посуде, в холодильнике. А по срокам хранения и эффективности? Потому что хранить-то можно долгое время, но какой период оно сохраняет свои полезные свойства? Полезные свойства оно сохраняет не несколько дольше, чем пыльца. То есть это уже, по сути, тот же формат, когда мы один к одному пыльцу с медом перемешиваем. Да, только более эффективно. В плане покупки. Дело в том, что вот не рекомендую пергу покупать весной. Потому причина? Что весной часто из ульев отбираются соты, они бывают поражены плесенью. И иногда можно поэтому встретить на рынке уже заплесневевшую пыльцу. Что не то, что не полезно, а вредно и категорически не рекомендуется. То есть самый лучший вариант это вот начиная с лета, с июня где-то месяца, а лучше вот осенний период, потому что опять же перед зимовкой пчеловоды осматривают гнезда пчелины и отбирают лишнее. И вот как раз сейчас вот свежесделанная пчелами перга, которую они себе заготовили на зиму, вот, в принципе, как раз тот момент, когда лучше ее запастись. А если мы говорим, о хранении в закрытой посуде и так далее, лучше всего как? Это вот пластик, как и в этом случае, да, когда вот более герметично, или нет разницы, стекло там, что-то еще может быть? В идеале, в любом случае, для хранения любых продуктов это стекло. А в холодильнике еще была такая фраза, при каких температурах все-таки? Замораживать ее точно не надо? Нет, замораживать ее не нужно. Хранить обычные... где-то в нижних отсеках, где там для овощей, обычная температура холодильника, да, сколько там, плюс 5. градусов ориентировочно. Поэтому, друзья, можете сейчас уже запасаться. Осень наступила. Пчеловоды уже готовы вам предоставить все продукты выработки от пчел. Все, что они вырабатывают, все отбирают. Они активно и нам продают. Вот так. Ну и, конечно же, 2 новых продукта. По сути, за 2 недели вы узнали. Больше того скажу, можете зайти на наш канал в YouTube, телеканал Николаев, просмотреть все видео предыдущих наших разговоров. Мы говорили о различных видах меда. Смотрите. Ну и, конечно же, повторюсь, ваше уже правило, что мед полезен любой и всегда. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию.